Украинские пограничники обнаружили 17 картин, похищенные в прошлом году из музея Вероны. Завернутые в полотенце и пластиковые пакеты, полотна лежали в тайнике в лесу. Их общая стоимость составляет 18,5 миллионов долларов. Художественная экспертиза уже подтвердила подлинность картин. Ранее, по подозрению в причастности к дерзкому ограблению, итальянская полиция задержала 10 граждан Молдовы. Именно туда, по данным украинских пограничников, пытались переправить украденные произведения искусства.